Всем с вами маг-чародей Антон Чалей. И сейчас я покажу просто нереальный трюк. У меня есть цепочка, тут нет никаких дополнительных звеньев, ничего такого. И у меня есть кольцо, тоже нет никаких разрывов, буквально рублей 20 в киоске. Если надеть это кольцо на цепочку, то оно будет буквально заковано тут. То есть никакого обмана. Я покажу со всех ракурсов его. Но фокусники иногда умудряются делать какие-то чудеса. Просто взяв кольцо с цепочки, не снимая. На цепочке нет никаких разрывов, как вы видите. Вот, но иногда удается делать что-то большее. Если мы наденем это кольцо опять на цепочку, то иногда удается не просто его снять отсюда, а еще и одеть его обратно. Согласитесь, фокус крутой, но не хватает одного. Вы не видите сам момент, как оно снимается, то есть что происходит. Может, как-то проплавляется что-то или еще как-то. Я покажу это все поближе. Вот цепочка, вот кольцо. Раз, два, три. И кольцо буквально магическим образом отсюда снимается. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Непонятные банковские вклады, нужно положить денег еще долго и ждать, поэтому я решил основать свой банк Black Magic. Вы просто даете какие-то небольшие деньги и буквально сразу получаете свои проценты. Круто, да? Хотите также, пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем пока. Часто спрашивают, бывают ли на выступлении фокусника какие-то необычные случаи. Конечно, бывают. И вот один из них. Смотрите, возьмем какую-нибудь карту, например, король пик, и положим куда-нибудь в центр. Одним движением попытаемся ее телепортировать наверх. Но иногда она доходит вот таким образом. Хорошо в этой ситуации лишь одно, что король пик не живой, а то бы было бы не сладко. Теперь вы видели все. Пишите в комментариях, какие у вас были недавно необычные или забавные случаи. Ставьте лайки и всем пока! Привет всем, и сейчас я покажу вам очень крутой карточный трюк. У меня всего лишь три карты. Одна из них это туз пик, еще одна это еще один туз пик,
И еще у меня есть туз черви. Ваша задача следить просто за тузом черви. Я его возьму, положу наверх и переложу вниз. Как вы думаете, где туз черви? Внизу туз пик. Значит, вверху у нас тоже, наверное, туз пик. Тогда, как вы думаете, в середине, наверное, туз черви, правильно? В середине у нас тоже туз пик. А тогда возникает вопрос, где же туз черви? Туз черви у нас, как я говорил в начале, помните, я положил его вниз, он там, в принципе, всегда и оставался. Точно так же у нас туз черви был и вверху, и иногда он тоже появляется в середине. Тогда логичный вопрос, где тогда потерялось два туз пик? Туз пик тут один, тут второй и тут третий. Но знаете, вообще у меня всего лишь три карты, да, ну, у кого-то возникла идея, что у меня больше карт или вообще шесть, или они склеены. Все показываю. У меня есть один туз пик, тонкая карта обычная. У меня есть один туз черви. И иногда просто мне нужен тот, кто может меня рассмешить. Это Джокер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ставьте лайк. И за Джокера, вот он такой милый. And everybody says when they arrive, it's not so bad in LA. The parking's cheap and valet. Those blue skies day after day. It's not so bad in LA. Backyard got two lemon trees. 10 grams at the dispensary. Angels are ради этого фокуса, который я сейчас вам покажу, я очень долго тренировался, развивал свою ловкость рук, изучал все более и более совершенные и сложные техники фокуса. И сейчас я смог достиг того уровня, чтобы его показать. Главное, смотрите внимательно. Да, еще одно. Ставьте лайки. Всем пока. Привет всем. Сейчас я покажу очень крутой фокус. Меня зовут Антон, это Ксюша. Вытяни свои руки вперед. Окей. У меня есть 4 карты. Я возьму одну из них, это Джокер, и кладу тебе сюда. Второго Джокера я возьму, положу тебе на другую руку. Теперь смотри внимательно. У меня есть 2 Джокера, и тут тоже 2 Джокера. То есть всего их 4. На счет 3 просто ты должна перевернуть своих. Раз, 2, 3. Что? Как? Они... Покажи в камеру, что они... это тоже 4 туза. Они же были у меня в руках. Как? Всем пока, ставьте лайки. Right now, I feel so close to you right now.